хорошо, у нас первый платный этот заезд участок до Самарского. Короче, у нас нету ни очередей. Вообще аж смешно, да? Летом ехали здесь, стояли по полчаса. Никого, никого. Позволь отрублю ему голову. Так что подешевело, да? 55? Да. 55 рублей. Сэкономили. Сэкономили. Тут видишь, на редакцию это отправлять еще буду. Там девчонки пишут. Вообще. В общем, сейчас глянем, как тут сервис лета изменился, потому что летом даже шиномонтаж не могли найти по всей трассе. Начиная от Павловска и почти до Краснодара ни одного шиномонтажа не было. И нет. И нет. Не, мы один нашли, кстати. Журавская или какая-то там не, есть. Журавская, там есть другая. Да-да-да, там есть монтажка. Или Плотнировская, что-то, короче, какая-то там. Да-да-да, есть там монтажка, точно. Так что... Вот стоим, что-то заортачился тут. Микрофура заортачилась, не проезжает. Здесь прикольно ждать, когда 5000 даешь. Можешь тут, в принципе, ну, да, кофе допить, посидеть. Она тебя считает мелочевочка, да? Да. Проезд с транспондером на 20% дешевле. Ну это все на самом деле, когда ты постоянно мотаешься, это да. Долго ушел. Поехали. До следующего участка почти 100 километров, да? Халявы. А не, оплоченные. Оплоченные халявы. Оплоченные. Заезжаем. Как всегда, Ростовская область, бетонный отбойник. Ну, сейчас радаров не будет очень долго. А нет, не очень долго. Не очень долго. 110 ограничений у нас. А у меня в голове 180 ограничений. 180. Краснодар, Суходольск. Вот он, оказывается, где. Все время про него читаю. И где он находится, этот Суходольск, я даже не знаю. Деревня. Деревня, да. Ну, там постоянно что-то случается в этом Суходольске. И вот в новостях постоянно всплывает. У меня, кстати, полгода хорошего ветра нету. Да. 2 градуса, но тепло. Всегда. Дорога платная, но трясет. Ладно, до следующего выхода.